Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Я очень признателен, если это видео распространите в соцсетях, многим принесет пользу. Как моментально избавиться от мышей? Раз и навсегда. Это самый лучший способ избавления от мышей. И можно сказать гуманный, потому что моментально уничтожите мышей. В общем, что мы берем? Сейчас я вам покажу. Я вот насыпал. Это у нас алебастр. Алебастр. Мы насыпали. Так, отставляем. Это у нас мука. Пропорция 1:1. Берем алебастр и муку. Высыпаем все это. Высыпали. Затем берем ложку и тщательно-тщательно размешивайте. Можете муку обжарить, как бы запах тогда будет сильнее стоять, и мышки быстрее сбегутся. Хотя они и так сбегутся. Я экспериментировал, что жарил муку, что не жарил. Ну, некоторые вот предпочитают жарить. Так, духмян лучше, запах прям приятный стоять будет. В общем, так насыпали. Все. Что вам остается сделать? Вам остается сделать просто блюдечко вы поставите. И, в общем, любая мышь, будь то крыса, любой грызун, который съест нашу приманку, он сразу, моментально у него заворот кишок будет, и он погибнет. И вот таким способом, самый гуманный способ. И не боясь за домашних животных, что отравится от отравы. Всем удачи, всем пока.